Данную локацию украинская сторона определяла сама, когда договаривалась о сдаче в плен. Поэтому они содержались здесь все вместе. После того, как украинские военнопленные начали рассказывать о преступлениях, которые они совершали по приказу политических властей Украины, после этого был нанесен сюда удар. Удар был нанесен американской системой «Хаммерс». Одна ракета, осколки вы видели. Я хотел бы отметить, что украинские власти пошли даже на использование данного типа вооружения, которых у них очень мало, чтобы заткнуть рот тем военным, которые начинали рассказывать правду о том, что происходило здесь, на Донбассе.